Я двумя руками удержать не могу. Угу. Если бы он был весил Светозар, я бы тут летала, по-моему, за этой бутылкой. Светик ловит, кушать хочет. Светочка, не вздумай перепрыгивать, пожалуйста. Я это знаю. Не торопись, не торопись, отдохни. Отдышись, не торопись. Да? Да. Сейчас там перешагнут. Через заговорок. Завтра, если он доест тоже, то можно попробовать на четырехразовое кормление. Нам уже на три пора переводиться, а мы еще успеем, конечно. Но не торопись, еще быстро, да?